Главные врачи почти всех республиканских больниц посетили Хандыгу. Они приняли участие в форуме Минздрава Якутии с участием председателя правительства Галины Данчиковой. Что обсуждали и кто, кроме руководителей медучреждений, участвовал, расскажет Нина Ханарова. На выездном заседании форума обсуждались вопросы развития санитарной авиации и организации медицинской помощи населению. Министерство здравоохранения республики представило стратегию развития санавиации в своем регионе и поставило основные цели и задачи перед медицинской общественностью. В планах Минздрава создание высокотехнологических межрайонных медцентров для оказания своевременной специализированной помощи тяжелобольным. В том числе Тампонский район тоже будет входить в это мероприятие. Здесь будет организована больница второго уровня. Она будет обслуживать Омиконский и Муромский район. Это те больные, которые с инфарктами миокарда, сосудистой катастрофой или какой-то травматологической катастрофой, они будут все госпитализироваться сюда. Это будет межрайонный центр. Министерство здравоохранения республики благодаря поддержке правительства Якутии отстояло участковые больницы в труднодоступных территориях. Но для эффективной работы необходимо еще и обучение персонала и оснащение современным медицинским оборудованием участковых больниц. В этом направлении и будет вестись вся последующая работа. Нина Ханарова, Мария Винокурова, НВК Саха, Хандыга.